Привет, дорогие друзья! С вами профессор Антошка и мой помощник-ученый Илья. Привет. Привет! Привет! Ну что ж, проведем сегодня эксперимент? Да. Проведем. И довольно-таки интересный. Ребят, ну прежде всего посмотрите, что произошло с нашей миской после того, как мы положили в нее сухой лед и прошло 10 минут. Как видите, она покрылась инеем. Такими легкими, красивыми снежинками. Попробуй. Очень круто, как настоящий снег. Ну что же, любишь ли ты кашу? Нет. Нет. Многие ее не любят. Но наша каша довольно веселая и крутая. И мы сделаем целую гору каши. Готов? Да. Готов. Но наша каша, конечно же, будет несъедобная, потому что мы проводим эксперименты, правильно? Она у нас будет химической. Для этого нам потребуется теплая вода. Бери мерный стакан и выливай в нашу стеклянную посуду. Так, давай. Выливай всю воду. Есть. Ставь. После этого мы возьмем пищевой краситель и добавим одну каплю в нашу теплую воду. Возьмем ложечку и перемешаем. Получается красивый синий цвет. Верно? Да. Верно. Ну что ж, Илья, бери, одевай перчатку на левую и на правую ручку. А я, друзья, возьму еще один секретный ингредиент под названием жидкое мыло. И добавлю небольшое количество жидкого мыла в нашу теплую воду. Посмотрим, что у нас произойдет. Ну что ж, Илья, бери жменю сухого льда и засыпай в нашу, давай, теплую воду. Ребята, выделяется углекислый газ, и так как там жидкое мыло, посмотрите, получается мыльная гора. Можешь попробовать рукой. Круто! Угу. Конечно же, наша каша несъедобная, но довольно-таки прикольная. Мыльная каша, насыщенная углекислым газом. Пробуй, пробуй, не стесняйся. Бери целую жменю себе в руки, поднимай вверх и подхлопывай, чтобы все увидели, как из нашей мыльной каши будет выделяться углекислый газ. Ну что ж, ребята, химичьте, экспериментируйте вместе с нами. Ну, конечно же, под присмотром родителей. До новых встреч, пока всем. Пока.